Здравствуйте, друзья. Решила вам утят показать поближе. Нашим утятам 2 дня. А они уже такие живчики. Сейчас пойду до уточек, посмотрим, может там еще есть утята. 2 дня такие уже бодрики. Гляньте, какие у них ласты. Я вспомнила стишок. Дочка была маленькая, там стишок был. Азбука этих стихов. Ути, ути, кряк да кряк. Не матрос и не моряк. Но зато пловец прекрасный. Ведь утенок носит ласты. Муж вчера приносит утят. Ой, не вчера, позавчера. Он говорит, зашел до уток. Я говорю, так а зачем ты их забрал? Потому что в ящике аж 4 утки. Они там толкутся, подавят, жалко. Так мы взяли вот такая клетка для морской свинки. Она старая уже, эта клетка. И мы приспособили эту клетку. Она такая. В общем, мы ее приспособили. Веранду тут поставили. Вот. Приспособили под утят. У меня морская свинка в другой клетке. Старая клетка, она уже тут в дырках. Вот там, где дырки, мы баклажки повпихивали. Ну, пойдет для утят. Для такого дела пойдет. Только им тут поменяла бумажечки чистенькие. Дочка на английский ходит. Все темы, что она уже прошла, ей не надо. Там уроки она мне отдает. Вот. Так я это... Видите? А я подстилаю уточкам. А я уткам подстилаю. Тут у меня в веранде стопка целая. Ай, какие. Взяла маленькая, у меня есть пепельничка, я туда налила водички. У нас никто не курит, но пепельничка есть. Так, сейчас я вот так покажу, как они пьют. Ути, ути. Сейчас вынесу на улицу, на солнышко. И он без мамки, сами и нормалек. Корм есть. Муж купил стартовый корм. Я ему насыпала, немножечко сбрызнула водичкой, чтобы чуть-чуть так увлажнить его. Но водичку часто меняю. Меняю часто, потому что... Ай, как хочется плавать. Ну, надо же хоть ножку запихнуть туда. Конечно. Хоть одну ласту впихну. А если мисочка побольше была... Он, смотрите, смотрите, что делает. Вот так. У них стояло блюдечко кофейное. И на этом блюдечке стаканчик сверху. Чтобы они не залазили в блюдце. Вот такое вот блюдечко. Вот. И вот так вот стакан... Водичка когда была, и вот так вот стаканчик. Ой. Вот так вот. Поняли? Вот таким макаром, чтобы они не залазили на блюдечко. Ну, оно ж такое плоское, оно так быстро вода это выходила. Это менять там, я не знаю, каждые полчаса. Думаю, ну, налью в пепельничку. Там же, можно сказать, то количество воды, что и в блюдце. Просто оно не так плоско. Хоть клювик там им помочить поглубже. Но им хочется, чтобы туда залезть ласта. Видите, что они делают? Они туда вмакивают свою ножку, ласту, а потом мокрой ластой себя моют. Какие умные. Маленькие, 2 дня, такие умняшки уже. Ай, какие. Ай, какие. Уже в туалет сходили. Только что такая чистота была. И болото он уже сделали, бумажки мокрые. Я ж вас на видео снимаю. Что ж вы такое устроили? Эх вы. Эх вы. Вот они. Прямо в воду. Вот как культурно. Ай, как культурно. Залез. Ай-яй-яй.
хочется им, ой, как хочется им плавать. Ну, это ж птичка водоплавающая, уточка, конечно. Если бы тут рядом был бы Ставок, они бы уже с мамкой бы плавали. Да. Я пойду сейчас козочек до соседки выгонять, пастись. Ну, как пастись, там кушать нечего, все сухо. Свежая травка, что-то новое не растет. Просто им раздолье, будут бегать там. А я им пойду на соседний участок заброшенный. Веточек нарежу, там травки нарежу. Такая есть травка, она как бы уже не такая прям сочная, ну такая. Ай, какие ути-ути. А я сегодня заболталась. Приехала женщина за молоком. Вот. И мы так с ней это хорошо разлялякались. Такая приятная, культурная женщина. Раньше в школе она работала, уже на пенсии давно. Что-то у нее с желудком сейчас, и она это... Ей врач сказала, козье молоко надо пить. Ну, ей там таблетки выписали, и молочко козье попить. Она вот узнала, говорит, мне сказали, что у вас есть молочко, козочки. Я говорю, да. Это, а можно будет каждый день по пол-литра покупать? Я говорю, конечно, можно. Она вчера приехала. Я вот налила ей молочка. И вынесла стакан, с банки налила. Она, ой, это что вы, не надо. Я говорю, нет, нет, пробуйте. Я говорю, кто ко мне приходит за молочком, я угощаю всегда сначала стаканом молока. Смотрите, как пьет. Ай, как пьет. Ай, как пьет. А, так, конечно, надо ласты намочить. Да. Красавчик. Интересно. Кто это? Две девочки или два мальчика, или мальчик и девочка. Такие интересные у них желтые пятнышки. Сейчас вынесу на улице. Может, там лучше снимать будет, качество лучше. А ну-ка, на паузу поставлю. Вынесла я утят на улицу. Вот, видите, поставила на ящичек такую клетку. И сделала им тут такой тенечек. Видите, старую обложку со школьной книжки. Мы покупаем обложки. И я старую обложечку так накинула, что там вот, там где кофточка, ихняя тенечек им был. Вот. Такой уголок, что там было им не жарко. А они не хотят туда в тенек. На солнышке разлеглись. Смотрите. Да, и балдеют. И балдеют. Водичка у них есть там. И балдеют. Вот такие. А ну-ка, я сейчас пока это уберу. Опа, ой. Чтоб коты до них не добрались, так я тут... Две защиты. Так. А чего вы в корм влезли, а? Чего вы влезли в корм, ребята? Ай-яй-яй. Это вы домик себе такой, да, придумали? Ай, какие глазки. Это вы себе домик придумали? Мой домик. А вот я, видите, постелила кофточку. И они обычно тут лежат. А это что-то им стукнуло в голову. Ах вы, карапузы. А ну, можно я вас... А так, а ну, кто ж это на корме лежит, на еде? Вы же потом кушать будете. А? Ах вы. Ах вы такие. Ай, маленькие. А ну-ка. Ой, смотрите. Давай, иди сюда, не бойся. А вот. А вот я какой. Вот сейчас. Солнце светит на телефон.
Экран темный, и я, как всегда, плохо вижу, что я вам показываю. Смотрите. А где второе крылышко? Ай. Да. Мы так умеем. Вот этот раз. Соня. А тут Соня. Сонька. Соня. Старушка. Так, а ну-ка. Ну, вот такие, в общем, у нас. Вот такие детки. Детки, детки. Малыши, карандаши. Топ-топ, топ-топ. Топ-топ. Сейчас вам еще водичку поменяю. Да, да. Хочется им, конечно, поплюхкаться, но... Я поставила и поплюхкаться, но это тут такое будет болото. Так что вот такие у нас тут малыши.